Доброе утро, добрый вечер, добрый день, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и когда смотрите. Кто-то ведь и по ночам смотрит. Доброй ночи, значит. Тема соус, но на столе есть все, что к соусу не относится. Не относится почему? Потому что у меня тут закипела вода, я сразу бросаю 4 лавровых листа, значит, половинку вот нарезанного кусками лимона. У меня тут узбекский, сейчас сезон узбекского. Все сюда бросаем. Значит, имбирек 5-6 пятачков бросаем. 3 чайные ложки соли насыпаем. Рассол делаю, он должен быть очень соленый. И примерно 100 мл где-то соевого соуса. Выливаю. Доводим до кипения. Ой, какой аромат шикарный. Больше не особо ничего делать не будем. Вот у меня есть креветки. Обычные пивные креветки. Они во льду. Значит, здесь 0,5 кг креветок. Только вода закипела. Значит, креветки сюда добавляем, воду отключаем. Все, креветки размораживаются, варить их никогда не надо. Красные креветки, если на пачке не написано «Аргентина лангустина», вот «Аргентина лангустина» красная от природы, все остальные вареные. Если они уже вареные, зачем их снова варить? Это как если бы вы взяли жареный стейк, принесли домой и снова бы его пожарили. Логики никакой. Поэтому вот этот процесс в рассоле, это всего лишь размораживание. Поэтому просто размораживаем, все. А теперь переходим к теме нашего ролика. Соус. Значит, японцы придумали офигительный соус, который почему-то я вот много времени упускал, но пришел к тому, что пора его делать. И это ресторанный рецепт. И во многих рыбных ресторанах этот соус пользуется самой большой популярностью. Самой большой. Просто... Значит, у меня есть чашечка маленькая. В маленькую чашечку я добавляю ложку с горкой порошка васаби. Никого рекламировать не буду, но хочу сказать, что вот такой пакет, килограммовый, да, он, значит, сколько здесь вес? Я думаю, что килограмм здесь. Да, килограмм. Вот этого порошка васаби мне хватает примерно на пару лет. Потому что в домашних условиях это прям... Очень много килограмм порошка васаби. Значит, что я делаю? Добавляю сюда вот этого. Потом тепленькой водички. Теплой, именно теплой. Теплой воды столько, чтобы получилась паста. Значит, если будете заваривать холодное, толку никакого. Единственная проблема вот в чем. Что столько всякого говна продается под видом васаби, вам нужно найти такого производителя, который делает нормальный васаби, который острый. Да, вот у меня уже теплая вода как раз. Знаете, как повара издеваются над студентами? Они говорят, они дают вот такой мешок и говорят, иди заваривай, только кипятком заваривай. А в кипятке еще больше паров, да, понимаете? Теплая вода дает раскрытие, кипяток он сильнее дает. И при объеме 1 килограмм, там можно глаза сразу потерять, реально. Вот. А студенты, которые не знают, они такие, да, шеф, пошел. Кипятком заливает и прям, мешать это все. Здесь-то нормально она уже дает так по глазам. В общем, получается вот такая вот паста. Больше воды добавите, ну будет больше, значит, у вас там более жидкая, более как в тюбике. Значит, вот так же делают вам на фабриках суши. Просто берут васаби-порошок, заливают его, потом в баночку, и к вам приезжает доставка суши вот с именно таким васаби. Ну, там производитель, я не имею в виду, что именно такой. Вот. Главное, что... Мы получили шарик васаби, вот такой вот, оп, все, он настоялся, все супер, класс. Если в вашем городе есть доставка суши, значит в вашем городе есть васаби, потому что где бы они его брали? Где-то есть. Вы даже можете прийти в магазин суши и сказать, ребята, а где вы васаби берете? Дайте мне контакт и купите себе пакет. Или купите у них, например, может она чуть дороже будет, не знаю, этот пакет, наверное, рублей 150, я вот покупал, килограмм. Если у вас от суши остался васаби, вы его тоже можете использовать. Я вот к чему все это вел. Значит, теперь, когда у нас есть уже заваренный васаби, берем полшарика, половинку. Пока что половинку. Васаби вы всегда можете добавить по своей остроте. Но если у вас васаби порошок хороший, и вы его хорошенько заварили, хорошо горячей водой, теплой, выше, чем теплая, да, может быть ярче вкус. Ну, то есть, прям просто до соплей. Значит, поэтому так, пока что так, сгущенка. Это два ингредиента, которые являются основой соуса.
Ну, то есть, один повар, японец, сделал соус из васаби и сгущенки. В ресторанах это зашло. Зашло. Не даю, значит, веса, потому что дома вы будете без весов готовить, и я вам сейчас расскажу, как должен состоять вкус. Теперь нужно васаби со сгущенкой перемешать. Мы все понимаем, что получается сгущенка. Мало того, что она очень сладкая, она еще и очень острая. Да. Именно так. Соус получается сладкий. Но подождите, я же ведь еще не весь соус сделал. Значит, чтобы этого не происходило, мы должны балансировать сладость. Мы берем лимон. Можно лайм. С лаймом будет более пряный и более интересный вкус, но лимон популярнее. Значит, берем терочку и начинаем сюда фигачить цедру. Просто берете и цедру лимона сюда фигачите. Вот так. Значит, половинку лимона вы натерли цедру. Значит, сгущенки у нас здесь пока что полная столовая ложка. Пол лимона мы пошинковали. Теперь кусочек отрезаем небольшой, потому что у нас немного соуса. И, соответственно, половина столовой ложки лимонного сока вмешиваем вот сюда. Далеко не убирайте. Потому что, возможно, мы будем это все добавлять. Получается вот такой вот зеленый соус. Мы его пробуем. Ядрит Мадрид. Здесь не хватает соли. Чуть-чуть. И не хватает главного ингредиента, с помощью которого мы сделаем эмульсию. Это майонез. Потому что даже японские шефы понимают, что на одной сгущенке, во-первых, будет дорого. Потрясающий звук, да? Потрясающий. И добавляем столько же по объему майонеза, сколько у вас уже получилось соуса. Один к одному. А, вы думали, одна сгущенка и васаби будет? Значит, смотрите, майонез должен быть нейтральный и безвкусный. В моем случае, ну видите, у меня бонус пюре из жопы совы какое-то же должно быть, а то давно ничего такого не было. Все готовлю, блин, из каких-то ерундовых продуктов. У меня корейский майонез Кинко. Он так и называется. Ребенок на нем изображен. Продается в магазинах, где продается все для азиатской кухни. Он немного другой по вкусу, и это майонез, который активнее, все суши-бары уже давно перешли на вот эти ведра американского майонеза, но правильные суши-бары используют в соусах и смесях, и покрывают, да, и в спайси-соусах, используют майонез корейский, он вкуснее. Поэтому вот у нас теперь есть некая база. Дальше вы должны сделать вот что. Вы должны попробовать и понять. Соус должен быть в меру кислый, не сильно кислый. В меру сладкий, сладость должна быть минимальная. И пряный, ну вот такой остренький из-за васаби. Но чтобы сопли у вас не текли. Значит, можно сюда добавить еще горчицы, я этого делать не буду. Я сейчас попробую и дальше доведу по вкусу. Все, вот вы поняли, да? Васаби, лимон, сгущенка, майонез и цедра лимона. Этого достаточно. О, забористый какой. Немножко. Васаби надо в раз меньше. Да, я очень хороший такой. Я бы даже, наверное, бы больше чуть-чуть васаби добавил. Быстро привыкает рот к васаби. Немножко, значит, кислоты. Немножко васаби. Сгущенки там достаточно. Вот прям, вот она должна, вот соус должен быть сладкий. Но не как будто бы вы хотите его намазать на вафлю или на булочку. Он должен быть такой, он сливочный. Сладость должна быть не очень высокая. Вы вот прям едите, и вы понимаете, что у вас слюни брызжут от кислоты, остроты, сладости. Ведь кислотой мы балансируем сладость. Майонез-то все равно здесь 50%, поэтому вкус майонеза, он всего лишь делает этот соус более привлекательным и более, как бы это сказать, макдаковским. Повара, в зависимости от своих вкусов, мы же ведь, я в одном из роликов говорил про то, что повар делает в ресторане свою еду. Он делает ее не для вас, он делает ее для себя, потому что его рецепторы это удовлетворяет, и он тогда кормит вас этой едой. Поэтому у каждого шефа есть свой вкус некий определенный. Кто-то делает прям реально, ешь сгущенка одна, и думаешь, ё-моё, я что, сладкий соус пришел есть? Я так думаю только потому, что я не люблю очень сладкое.
Поэтому для меня больше соли, больше кислоты, больше остроты должно быть. А, креветки уже подошли, они растаяли. Все, что тут их морозить? Нужно достать волшебную такую сеточку, взять тарелочку. Потом совочком вот этим вот выгрести оттуда совершенно шикарные креветки. Самые обычные. Вы знаете, что вот эта вот мелочь, это дикая, особенно с икрой. Просто потрясающе. Можно за вечер съесть пару килограммов вдвоем. А если вся семья, то и 3 лучше килограмма брать. А дикие креветки очень вкусные. Но они жесткие. Поэтому, еще раз говорю, не варите их, а просто заливайте кипятком или вот так вот в рассол бросайте. Они отходят, получаются просто шикарные. И мягенькие, и еще успеют насытиться вот этими всеми вкусами, которыми вы сдабриваете рассол. И не забывайте, что нужно солить хорошенько, потому что креветка, она берет в себя частично соль. Да и потом ведь вы ее на ночь-то не оставляете, на ночь оставите, пересолите. А соли должно быть, как и в раках, достаточное количество, иначе она будет такая пресная. Но у нас еще есть соус, поэтому в любом случае с солью будьте аккуратны. По соли потрясающе. Вот смотрите, что происходит. Креветка, много лимона, она, во-первых, уже кислинку имеет, легкую. Соевый соус дает вкус богатый, ароматику дает лавровый лист. Все вместе получается. И соль еще, да? Вот имбирь дает. Вот он здесь, имбирь, практически не чувствуется. Потому что все перебивает лимон. А дальше мы добавляем такой зеленоватый соус. И понимаем, вот жизнь удалась. Вот жизнь удалась. Потому что это, конечно... Не зря люди в ресторан-то ходят за этим популярным соусом. Вы же поймите, популярность соуса от чего зависит? От того, насколько популярен он среди поваров. А среди поваров это очень популярный соус. И несмотря, не пусть вас не пугает наличие сгущенки, реально она дает просто сливочность. Каждый русский человек любит что? Правильно, сливочный соус. Чтобы сливок побольше в карбонаре было. А вот эти вот штучки Джейми Оливера, типа там бульону налейте, вернее, воды от варки макарон залейте, там вот аккуратно желток смешайте. Чушь собачья. Они, вот у любого российского повара спросите, они скажут, в России этот рецепт не заходит. А рецепт сгущенки, он просто заходит, залетает. Потому что и васаби, и сгущенка. Васаби это отголосок горчицы, а сгущенка это сладкие сливки. Горчица и сливки, огонь. Пока.